уважаемый Джейхун Азизович, уважаемый Арат Самвелович, коллеги, друзья. Очень рад вас приветствовать. Признателен, что приняли наше приглашение посетить в очередной раз Москву для продолжения наших контактов по самым разным вопросам. Только что мы провели раздельные двусторонние переговоры и вот сейчас втроем продолжим наши усилия по реализации тех задач, которые вытекают из договоренностей наших руководителей, президентов Азербайджана и России, премьер-министра Армении в отношении проблем урегулирования, во-первых, карабахской проблемы, ну, а в более широком плане задач нормализации, полноценной нормализации отношений между Баку и Ереваном. Мы за то, чтобы все эти трехсторонние договоренности во всей своей полноте, во всей своей взаимосвязи уважались и воплощались в жизнь. Россия заинтересована, кровно заинтересована в мире и стабильности на Южном Кавказе, и мы будем продолжать с согласия сторон, которые, как я понимаю, подтверждено, наши усилия направлены на стабилизацию обстановки и на армяно-азербайджанской границе, и на решение гуманитарных проблем, разблокирование экономически-транспортных связей, развитие контактов между людьми по линии гражданских обществ, экспертов, политологов, парламентариев. Сегодня я бы хотел предложить вам обменяться мнениями о том, где сейчас находится процесс переговоров по мирному договору между Азербайджаном и Арменией. Мы готовы всячески помочь в его согласовании, используя свой экспертный потенциал и добрые отношения с нашими друзьями, представленными здесь. Рассчитываю, что мы в такой прагматичной, конструктивной атмосфере обсудим все эти вопросы. Я вас еще раз приветствую.